правильно оформить ссылку на статью, поможет Google Scholar. Найдем нашу статью. А, вот недавно я искал, поэтому она здесь пока и сохранилась еще. И нажмем кнопку «Цитировать». Предлагается сразу, по крайней мере, три варианта в соответствии с российским ГОСТом, два стандарта. И если вы используете для написания статьи для тех, то вы можете импортировать в BibTeX. Все статьи свои можете хранить в библиотеке. Копируем ссылку и вставляем в нужное место.